Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и продолжаете смотреть FFA сериал в Sid Meier's Civilization 6, в котором я играю за Грузию против семерых соперников. Если же вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу. Всегда лучше смотреть с самого начала и полностью. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра и напоминаю, что в комментариях не приветствуются бессодержательные спойлеры и оскорбления участников. Вот на Нене, так континент называется, все спокойно. Вот в Африке какая-то жара. Подождите, так у вас ход начался или нет? Да. Не толком. А, это у меня тут компьютер что-то попереключал. Еще один. Ну отлично. Я улетел. Заходи, заходи. Ну что, еще паузу. Может проще просто загрузиться всем? Да, давай сейв. Да? Не, давай сейв грузи, блин. Это будем сейчас вылетать вот так по одному. Few inventions have been so simple in democracy. It's your vote that counts. Сравнительно. Ну как бы да, но у Лола просто аудитория даже регулярных онлайн-плееров в 10 раз больше. 100 миллионов против 10, что-то типа того. Больше культуры нам. Тут библиотека. Я здесь ученый вообще ЗБС будет. А, я хочу инвестиции в центр коммерции, чтобы этого торговца забрать. А, он еще не скоро увидим. Я не стал первым с большим городом, к сожалению. Так, рост. Напомните мне, скауты захватывают поселок варварские? Нет. Нет. Варварские скауты? Да-да-да. Ну, захватывают, если злые. Вчера, когда они найдут твой город? Ну вот смотрите, им пофиг, они несутся. Я уже, у меня уже больше науки, чем у араба. А тут да. Тут им. То есть, несмотря на то, что я повременил. Ну да, он получил великих ученых. Но из них вот прям такой классный, это вот этот, библиотеки плюс одну науку дают. Остальные. А, так он тоже была игра получил. За Грецию. Он всего два получил, остальные он видите кто-то. У меня варварский этот скаут стоял. Третьим раундом от города, ну, почти всю игру, и как бы я там ходил рядом. Что-то варвар на месте стоит, а или он мне разграбил плантацию оливок. Так, монумент готов. Ну давайте строителей. Здесь пока послов поддержим. У нас уже три посла, но у них пока нет смысла куда-либо отправлять. 5 ходов наемники открываются. Здесь
Монумент есть. Амбар может построить. Строителя я там сделаю. Давайте амбар. Амбар закончен, можно расти и как раз монумент. Мы тут строители обрабатывают. Ну, видите, тут кучу... Ну, тут можно оставить для чеченицы, кстати. Плохое чудо в данном городе получится. А, я хотел вообще... Вот и вроде подъехал с трилемами. Ну, вообще, я закончу тут строителя, пожалуй. А вот здесь... Опасен. Проведу исследование, не исследовательские инвестиции в центр. Точно, на море города лучше не ставить, да? Коммерции. Тут надо рабочего доделать. А что я тут хотел строить? А, амбар. Антиохия вынуждена объявить войну Персии. Ну, кстати, Антиохия это торговая ГГС. I'd imagine the whole world is one big machine. Machines never come. Да, ну если он не делает никаких инвестиций, то я заберу этого великого человека, думаю. Так, надо ремонтировать. А нужен, что у нас тут с религиями? Иудаизм есть. Кстати, может построить? А, блин, на молоке только. Ну вот я, кстати, в Руставе смогу Стоунхендж, мне кажется, построить чуть позже. Ападана. Слушайте, а объявлять войны — это неплохой способ искать ГГшки. Я не понимаю, зачем мне еще американец войну кинул? Ну, Пилите курсы, да, запилите. У тебя есть два посла в Лиссабоне. Ну вот, чтоб меньше на 4 голды вход у тебя было. Нет, ну ты понимаешь, что мне практически нужно просто убрать его вот один город. Даже не хватит, а просто убрать. А ты сейчас... ну просто изначально ты как бы по его земле просто так шастал. Вообще очень странно, то есть... Я подозреваю вас именно в тиммейте сейчас, потому что вы как-то очень странно играете. Организация, ну ты в последнее время всех в тиммейте подозревают. А кого ты пытаешь в тиммейте? Китай и Америку или Македонию и Америку? Нет, я именно бразильцы и Америку я подозреваю, потому что что-то они как-то слишком изначально хорошо дружили. То есть Америка разведывала войнами территорию бразильца, сейчас, значит, пыталась всячески способами... что, как-то им помочь, и сейчас объявил мне войну, чтобы у меня на 4 голды было меньше. Но это очень странно. Ты не думал, что я мог разведывать его территорию не войной, а открытыми границами? Ну, араб вообще армию никакую не делает. То есть сейчас он будет снесен. Подожди, как можно разведывать территорию войной? Ну, объявить войну и ходить юнитами. А, ты ж так сказал. А ты ему объявлял войну и ходил юнитами? Нет, мы открыли границы и прошли спокойно друг к другу. А вот золотой век начинается. У меня Чей, так повезло. Золотой век. Потому что там мне Окленд долго не дал копнуть. Точнее, героический век. Блин, варвары. С
сволочи. Плыви. Караван разграбили. Мех все равно пока 8 ходов нельзя. Пускай захватывает рабочего. Так, торговец налит. Кто следующий торговец? Ну, на вовремя стены достроил. Тоже хороший, но... Ровно в этот ход я стены уже... достроил в городе. Так, ладно, давайте... Ну а что тебе мешает с этим, с македонцем? У македонца, у приплыть араба. Во-первых, монументальность возьмем, да, там для рабочих. Давайте вольнодумство. И, кстати, хотят дополнить 10%. Каждый город учебной культуры закажет специализированный район. Ну, да, хотя, вот если я хочу... Нет, все-таки это я возьму все. Походы до наемников. Ну и здесь вместо черной карточки что возьмем? Что возьмем? Ну, давайте плюс один к жилью с двумя и более специализированными районами. У меня кампусы. В принципе, есть. Или строители на два действия. Давайте строители на два действия больше. Ой, это какой строитель, блин. Галеру. Чё, он Китай еще не забил? Сейчас. Дерусь как лев. Так, в Тбилиси прекратил бегать из респект. Цухуми. Что в Цухуми? Отправим. Так, инвестиции в центр коммерции прошли. Ну... Здесь у нас торговцы, здесь нам не надо уже инвестиции в центр коммерции, здесь строить вот 5 ходов. Штучка. Ну вот видите, как сразу у меня. Валерия, Валерия, ты дорогие мамочка. Халас, это в Сикитмар. Сикитмар? А, это я немножко не говорил с дочкой на выйти, извините. Широкая тут география. Сикит Марс в переводе с иврит означает «доченька, не мешай папе в цивы играть». Как ты знал? Нет, да, Сикит Марс это прекрати, пожалуйста. Почти. Алексей, ты тайно изучаешь иврит? Где ж тайно? По-моему, в открытую конкретно прям. Почти всегда религии выбирают иудаизм. Точняк. Сейчас видишь, уже Россия взяла иудаизм, что делать? Ну да, там все Абрамович всякие там. Это видео выходит при поддержке глобальной космической стратегии consolewar.ru, и там появилось дополнение с новым балансом. С нуля в игре за 5 минут выход в космос, за полчаса развитие до фрегата, через полтора часа уже можно кромсать ящериц. Заходите на consolewar.ru и не забудьте после регистрации ввести кодовое словосочетание «Лёша Рептилоид». Being a mercenary, though, hey, we just go wherever there's a mixture. Класс, наемники быстрее появились, круто. Так, скидка. Апаем юниты.
какой-то штучка, это покупка юнитов за веру, это вообще имба нереально. То есть. В смысле. Ленцев, ты все покупаешь за веру. Подождите, у нас китайцы вынесли. Спасибо за игру. Спасибо за игру. Спасибо за игру. Спасибо за игру. Спасибо за игру, китаец. Не держи зла. Я буду помнить твое предательство. Крутизас, ну что ты опять сделал, ну? Пригласил пацанов поиграть. Вынес его на шестом ходу. Ну как так можно, Крутизас? Просто мирные имморталы пришли потусить в Сиане, или как там столица-то Китая. Араб, ты вышел в госслужбу? Надо возвращать. Сейчас, быстрее. Секунду, гляну. Нет. Ну давай, давай, быстренько выходи, ну. А зачем это надо-то? Содержание. Не пойму, ну мы с тобой сделаем союзик. Сейчас, ну. А, нам позволяют какие-то союзы делать? Ну, конечно, ну, Арабик, ну ты что, ну давай. Давай, родненький, выходи быстренько. А, ты бразилец. Один ход только. Не четыре. Так, образование, но у меня ученого нету. Что-то хифсуров моих открыть. Хоть здесь иудаизм с арабами будет жить в мире и дружбе. Взрывоопасная смесь. Вся мировая общественность будет за нас болеть, чтобы мы жили в дружбе и мире. Особенно американец. Подожди, ты ж русский. Кто-то отлетел. Ну, видимо, кто? Китай, видимо, отлетел. Ходят слухи, что цивилизация Персия захватила первоначальную столицу. Осуждение ему. Все осуждения мировой общественности. Да, везде начался. Все начнется. Рановато, наверное. Но ты все расселяешься и расселяешься. Это место просто тонет. Ну, очень неудачно тут мне Буэнос-Айрес встал. Ну, чтобы территорию было не занять. Если бить же, на самом деле. Ну да. Шестерки только так нужно играть. Арбу апнул. Сколько у него? У него два железа, к сожалению. Ну хотя мамляки он может и без всяких этих строить. Арбу апает. И стены построил. Ну, Багдад, я думаю, я даже со стенами смогу рыцарем взять. Но вообще, конечно, надо было катапульт построить. Я все-таки отложил их строительство. Надо сейчас построить, значит.
Ну вот он дуболом, смотри, плавает. Это дуболом разведчик, который плавает по морю и разведывает. Может быть, это дуболом вармонгер? Ну, дуболомами на луке-то не так уж-то и с честью ломиться-то. С арбалета-то тем более. Построю поселенца сюда, поставлю. Город. Интересно, сколько на юг еще земли-то? Мы, видимо, на северном повышаем. Да, мы на северном. У меня сверху снег. Я не знаю, равнины с джунглями. Может, на юг у меня и не так далеко. Пустыня-то обычно посередине. Там, наверное, море или шапка ледяная. Но он тоже в своих мамлюках. Вопрос только, построил ли он их, успел. Добрый лучник расстрелял дубаком. Tactics mean doing what you can with what you have. The poets have been mysterious. Так, содержание юнитов. Поставим. Не всучили ученого. Так, подожди, а кто у меня там? Ближний бой. Юнит ближнего боя из средневековья. Так, содержание. Вот, ближнего и дальнего боя. Из-за этого дуболома пропустим. Мне Гонконг не дает пройти, потому что я с ним мир. Я не могу даже войну обидеть. Так, время для тебя. Жители внутри города же тоже генерируют для своего города лояльность. Раб, ты вышел из службы? Сошел. Не вышел бы службу. Я говорю, зашел в нее только. А, ну туда подожди. Для союза надо, чтобы обе нации были в госслужбе, да? Да. Перс сделка. В общем-то, эти два юнита мне мешаются, просто трындец. Насколько неудачно они сюда влезли. Так, это
следующим ходом сможет спуститься на воду. There is nothing but a plank between a sailor and eternity. I've lived through some. Офигеть. Тут у меня под носы сады вывел. Висячие. Буквально один ход. Там 8 промки осталось. Правильно. Это ты, Вашингтон, не шлёт. Ну а я такой думаю, смотрю, никому не нужны. Чудеса валяются. Точно так же смотрю, сбил к ней всякую ману, тьмок ставлю. Как-то не тимплейно получилось. Давайте еще одну. Я возьму другое чудо, значит. Сейчас же какое-то количество промки сохраняется. Ну да. Написали 42, вернули что. Ну, хоть что-то. Странно, что в этих ГГшек нету бонуса. Именно в гавани. Есть к военному лагерю, есть к центру коммерции. Вот, в гавани нету. Добавили в ДВЦ. Просто вот гавани замещает. Ну, если ты на море строишь, тогда то не замещает центральная коммерция. В каком-то смысле они даже лучше. Берут еду и промку вместо золота. Ну, мне еще океана будет. Я недавно обнаружил, что если ставишь цивик на плюс 100 к бонусу соседства для гавани, то это действует и на верфь, шипьярд. Она больше дает производство. Баг, что ли? Да нет, выглядит вполне легитимно. Ну, по идее, бонус соседства это когда этот... Ну, рядом с центром города, за бонусные ресурсы. Ну смотри, верфь дает бонус в производство столько, сколько в гавани бонус соседства к золоту. А, ну да, точно, я и забыл. Ну да, это чит тогда выходит. Особенно если все города морские, там плюс 2, плюс 3 хотя бы. Ну у тебя континентальные в основном. Это у меня морские. Не, у меня вообще ни одного порта.
Я ему хотел союз уже предложить, а мне еще два хода до госслужбы. О, я, кстати, Россию когда-то успел встретить, даже не заметил. Маза Раша пришла там. Объяви ей войну, чтобы найти ее ГГшки. Логично. Я вам объявлю войну. Мне кажется, это действенный способ. Хулиганы. The four building blocks of the universe are fire, water, gravel, and vinyl. Надеюсь, это когда-нибудь пофиксит. А, ну я нашел, откуда эта Россия пришла. А, ну я и вижу, кстати, границы даже. Около Мухинджидар. Знать бы еще, где Мухинджидар. Мухинджидар. В общем, немного южнее Рио-де-Жанейро. Часы крой сегодня. Что-то туплю, правительство меняет. Значит, правительство. Смертные даже через холмы стреляют. Ты его уже атаковал? Вас. Нет. Видимо, он твой. Или не твой. Все равно он мне мешал. Могу его забрать. А, забрал. Ну, не переживай, там рубики. Ну, вопрос чьи. Что хочешь, забирай. Я госслужбу открыл. Македонец, я там тебе предложение кидал. Ты как-то либо прими, либо откажись. Сейчас, сейчас тебе. Какой союз-то? Культурный, научный. Я дружбу тебе просто кидал. Что-то не вижу. Мне кажется, самый полезный это военный и культурный. Вопрос, военный же качать еще надо. Я тебе послал перс, послал тебе, ой, перс, араб, послал тебе 70. Что-то я не вижу, можешь посмотреть? На следующем ходу прям. А, вот, вижу. Качать-то можно на чем угодно. Военные же не качаются караванами, по-моему. Нам надо натуральную войну вести. Так, а что у нас этот мой уникальный юнит? Это что за фигня вообще? Хефсуры. Уникальность уникальный плюс 7 к боевой мощи в сражениях на холмах. Нет штрафа за перемещение по холмам. А что, Россия одинокая, что ли? Саракет. Ну, его построить надо, чисто кабачки получить, потому что он слабее, чем рыцари. Там и Аравия, и Грузия. То есть даже он, если на холме будет плюс 7 получать, все слабее рыцаря получается в любом случае. Так, но мне главное, конечно, рыцарей не терять своих. Так, а в Медине у него нету стены. Блин, классно сюда. Буэнос-Айрес суициднулся. Странно, the taxpayer. That's someone who works for the federal government, but doesn't have to take the civil service examination. Стремя и более. У меня нету стремя и более.
Я пока ничего не буду менять. Не поверишь, бесполезные руины. Что там дали? Вера. Около России уже 2 ГГшки нашел. Не рассказывай никому. Курдизас, когда выйдешь в союзы, кидай союз. Да, Америка, мы одни на своем континенте остаемся. Похоже. Вообще объединенная Европа. Азии приедут. Ну не сейчас, ну вот в информационном веке. Даже пораньше. Там довольно далеко, чтобы суши тянется. Ну да. Это про что? Да по континенту. Так, а почему мне предлагают тут ставить? Мне тут больше нравится. Я тут и поставлю. А чё, с такими союзами игра по-новому заиграла даже. Уже начали объединяться люди. Союзы. Раньше все на словах, на словах. Потом бац, ядеркой. Тебе в тылку летает. Ну, тут, мне кажется, сложно объединиться больше, чем двум игрокам. Ну, просто караваны массово не пропускаешь, чтобы всю мощь профита собрать. Так, я думаю, катапульт... Мне достаточно, давайте кампус. Да, ну, в конце все равно союзы уже не имеет смысла, все равно выкрыть только я уже. Ах, ну да. Сюда неплохое место. Во середине игры ничего так. Можно покачать там культурку на или экономику. Какие-то островки тут. Что мы отремонтируем? У него тут только кампус построен, кстати. Алёша, я скажу, там немало войска. Ну, так, как у перса, так и у меня. Три Америка могут приплыть и к тебе, и ко мне. А то еще могу отбиться. А где вы? Вас бы найти. Ну не знаю, раз ты перца нашел и союз ему предлагаешь, значит, ты где-то не сильно-то и далеко. Ну я приблизительно представляю, так я и нашел македонца, а у македонца с персом, я так понимаю, терки, но я им обоим союз предлагаю. Между прочим, македонец, я тебе кинул союз. Ты вообще. Вам не приходят, что ли? Сообщение. Да, что? Тут все очень. Сейчас. Македонец отказывается от договора. Сейчас, сейчас. Интересно. О, вот и мамлюки. Конечно, никто не построил. Бесполезное чудо совсем. Ну, он целую клетку занимает. Я думаю, Россия обязана просто. У России все хорошо. Перс, предложение.
Зачем мне Стоунхендж, у меня лавры? Ну а вера лишней бывает. Дорогая цена у этой веры. Не знаю, 5 ходов. Так, что у нас мало тут у меня араба? 230. Не мало. Но все равно сейчас-то 5 ходов. Я не думаю, что у тебя в столице меньше. Пяш, ты принял сделку? Кир. Еще лагерь варваров. Да. Не можем, ну так просто не выкуришь. Калинка, малинка моя, эту ягоду, калинка, малинка моя. Это психологическое оружие? Но мне же полчаса... Он так пройдется по нам с шапкой, чтобы мы ему дали уже выступление. Уже полчаса, мне калинка, малинка уже все голову съела. Это лучше, чем завывание этих грузин и индейцев. Да не, грузин это, грузин, кстати, это жесть, зовут меня... грузин это что, это... Это отключено... бестик. Вот у Конга приятная вообще на музыка. Слух. Хочу включить грузинскую музыку. Я считаю, что любая мелодия приестся. А как бы не против забываний, но блин, ну когда это полчаса длится. Тут такие какие-то интересные острова сгенерированы. Ну просто островки в одну клетку. Штук раз, два, три, четыре, пять. Я 6 уже вижу. Ну тут зато таких ресурсов морских дофига. Это слева от меня. Не знаю, вот македонец, ты там плаваешь, видел их? Да, да, там охота аж город поставить, жаль, нету места под район. Много всего, но никак достать. Там даже есть руинки на одном из островов. Бразилица, ты пустишь ко мне караванчик? Мне еще построить. Будет атаковать, видимо. Мне еще из Антиохии, блин, черти когда отправлен и не вернулся. Вон, к ходу еще 4 ехали мне только обратно. Построил, значит, длинную дорогу. Через весь материк. Это перс халкидиков в осаду берет? Халкидики в осаду берет? Да, тут все очень плохо. Ну как, я еще держусь, но посмотрим. Ты кто с кем воюет? А вам будет интересно обстреливать. Ну, должен этого, по идее. Он ведь построил стену. Что, добрый дядя копейщик снес тебе разведа? Так, разграбили караванчик. Да, в России, по-моему, даже больше места, чем у тебя. Что, где Казань, где Новгород уже. Я бы на самом деле не сказал, что у меня прям очень-очень много места, просто тут нет никого. Одна ГГшка и соседей вот практически нет. Ну, это я тут, конечно. Честь! Очень мать бессмертных, конечно, такая жесть. Я тут четверть тундры, четверть пустыни. Остальное луга. Или что это, равнина? Равнина, точнее. Сложно бессмертных убить, правда? Ну, они бессмертные. Не, ну у меня-то тоже не мирная нация. Но все равно.
Ну, я не больше, кроме Хифсу, я один раз их построю. Не знаю, Хифсуру какие-то странные, этот юнит уникальный у грузин. У них толком ничего нет, просто юнит. 40 сила. И получает плюс 7 к боевой мощи на холмах. Так у меня рыцари уже 48 имеют. Нафига мне этот Хифсур, который на холмах только будет иметь 47? Они еще без штрафа к холмах. Ну да, я понимаю, что без штрафа. Но это так. Вот, да, часто, да, да. Вот ты знаешь, ты ко мне сможешь караванчики пускать по морю, если я поставлю гавань. Это кто? Русский. Ну я к тебе. Так, я же уберу, буду, наверное. Других проблем хватает. Я тебя понял. А бразилец? В чем бразилец? Вот если бы я нашел Лешу, он наверняка бы мог ко мне пускать караванчики. Это кому? России, что ли? Нет, ты не хочешь ко мне прийти в гости? Может, мне монархию открыть? Ну, у тебя есть право так гавань в Новгороде. Чем плохо? Я поставлю гавань в Новгороде, да? Ну, поставь, тогда посмотрим. Не у Смута только три ячейки под караван. Мне еще так, такой гавань не надо ставить. Я тут луки штамповал без остального. Пол игры. Ну и что? Великого ученого. Инвестиции в центр коммерции. Всадников поднастроить парочку, потом будет что в кавалерию апать, например. Блин, что я не могу. Build. All that glisters is not gold. Often have you heard that told. Сейчас Каир в осаду возьмем. Это Саладин. А, так это граница с Саладином, блин. Боже, похоже на русский, блин. Да, весь он находится в центре карты, показывает. Это для катапульты подвести, оставляю место. Там, кстати, дальше за лагерем. Назначу в Багдад. А Пингалы у меня будет в этом, в новом городе. Причем, видите, он поставил так Багдад, что мне даже... Я его захватил, мне даже никакого влияния на это не... Вот, на Медину будет влияние его городов, конечно, идти. Кого он там атакует? А что Россия? Союз? Что это? Уходили. Воюешь с персом?
Не, ну в смысле экономически там или научно какой-то число. Не обязательно же. Ты сможешь ко мне послать караваны? Ну, ты сначала построй гаун. Да, я бы лучше бы с Алексеем бы, если бы он меня нашел. Ну, в общем, ты сам решай, кому тебе там ближе. Я лишь предложу. Алексей. Да-да. Ну как мы с тобой когда-нибудь встретимся уже? Ну я не знаю, почему ты не хочешь меня находить. Я тебя не буду искать. Ну пошли эту триремку ко мне, ну. Какую триремку? Ты с другой стороны континента. Какую триремку к тебе послать? Ты же возле араба. Ну. Я возле араба. Ну, у меня море слева, а у тебя море справа. Как тебе еще объяснить? Я тебя понял, все. Сейчас я к тебе приду, подожди. Это вы представь, что ты Израиль, а я Япония, и ты мне говоришь, пошли триремку ко мне. Зачем триремка? Лучше фотовод Сентал. Его, если что, не убьют. Все, я уже к тебе бегу. Медленно надо собраться. Персия захватила Фракидики. Фракидики. Ты чё, этот город македонцы? Да, у меня тут все грустно. We can no more have exact religious thinking without theology than exact mensuration and astronomy without mathematics. Or... Гипосписты. Почему все около греческие юниты? Они почему-то гопники. Гоплит? Гоплиты. Или гоплиты, как странно. Гипосписты. Тоже ноги. Так, ну Медина. Гитайра всему упадет. Византия. Византии катафрактарий. Ну, за всадников дали почему-то. Так. Гитайра. Бразилия сделка. Я тебе отдал денежку, раб. Нет, что. Ух ты, тут у нас какая-то война. Саладина. С Тамарой. Опа, уже война? Ну я смотрю, тут раненые юниты стоят на территории Саладина. Что саладинский, что этот тамарский. Как,
хорошо раб имеет друга хорошего с другого краю. Ну, был бы я плохой, я все бы тебя стал пилить твой Каир. А мы с тобой друзья. Русский, ну я вот вижу твои границы в двух клетках. Но ты не хочешь меня находить все равно. Я бегу, бегу к тебе, Алексей. Вон, уже бежит мой разведчик. Я только македонский. Надо приплыть раньше. Явно они там варваров не гоняют. Алексей, ты забираешь араба? Что ты говоришь? Араба забираешь? Не уверен. Хотя я, конечно, уверен, что я его заберу. Ну, как? Мне кажется, я его заберу. Но тут лучше. Ну, судя по его военной мощи, он не очень. Ну, у него мамлюки его. Понимаешь, это серьезная сила. Араб, держись, ты мне нужен. Зачем? Я тебе буду нужен, будешь со мной дружить. Я буду с вами обоими дружить. Так ты меня даже найти не хочешь. А мне вот пришлось тебя найти через араба, прикинь. У меня с ним хорошие караванчики на науку. Так, нормальная эпоха. 17 ходов еще, да? Я в золотой должен выйти, по идее. Если бы вы еще ходили побыстрее, вообще было бы шикарно, ребят. Ну, тут юнитов немерено, извини. Ну, отходи. Следующим ходом буду брать. Пойду. Так. Ну да, тут файт за Медину. Так, вот что у нас апаются катапульты в бомбарды? Где у нас бомбарды? А, далековато. Два арбалетчика. А, ну два арбалетчика я сейчас сделаю. Оружейное надо построить, для этого военный лагерь нужен. Блин. 95. Александр, ты сейчас очень много войск теряешь. Я не знаю, это, знаешь, похоже на какую-то переработку мяса, знаешь, чисто вот фарш делается, и вот ты примерно так сейчас. Это похоже на фермопилы, он стоит. Фермопилы. Слава македонского народа. Там просто спартанского, но не важно. Почти то же самое. Какая разница? Все Греция. Не, ну я убил уже два. Раб, держишься? Нет. Поможем бедному арабу. Надо тебе денег? Нет, ничего не надо. Все нормально. Алексей, я оставил брата араба в покое. Хорошо. Нет, давай, забирай. Русский народ объявит вам негодование.
Такие мы, русские, очень негодуем, да? Вот. Такие, наконец-таки, сложились отношения между иудаизмом и арабами, что просто заглядение, а ты хочешь уничтожить все, достигнуть этого. Не хочу ничего уничтожать. Он просто хочет ассимилировать. Ну тут толпа рыцарей. Сейчас Медина должна пасть. Петро, я там тебе послал союзник, если тебе интересует, посмотри. Ну, следующим ходом. Ну, конечно же. Когда человек крутится, никак нельзя. Босс считает, ты на последнюю секунду прислал. Апаганы. Перса, ты не хочешь случайно научный союзник? Предприимчиво. У меня больше никого тут нет рядом. Я все основывает новую религию. Сикхизм. Так, что он там взял? Давайте посмотрим. Блин, что так слабенько как-то они. Ой-ой-ой. Обстреляли. Рыцаря. Вообще нехорошо. Не, ну все ничего, но то, что бессмертные через холмы стреляют, это самое неприятное. А можно хоть стрелять через холм, если у тебя стрелковый юнит находится на другом холме. И на этом холме не так. Ты тогда на холме стоял. Ну да, я не заметил просто. Равнина. Ну да, тогда да. У тебя просто такой стак ходит. Всех отрывает. О, ученый. It is the mark of an educate. Здорово. Образование ускорили. Ну я тебе предлагаю успокоиться. И то, что я занял эти земли, я их оставлю себе. И мы на этом заключим мир. Можно даже союз, в общем, как хочешь. Подумай. Ну, сейчас посмотрим. Просто я не знаю, на что ты сейчас надеешься. Напасть с севера на мой другой город, у тебя это не выйдет. Здесь пробиться тоже не получится. На что ты надеешься? На мушкетеров, на что? Ну да, может успею куда-нибудь выйти. Такой прикол Россия, да? Религиозный. Педро? Да, значит, не нравится? Не знаю, мне от него пользы вообще, около нулевая. Ну давай культурный, не знаю. Культурный мне уже забит. У меня есть научный, экономический, военный. Военный точно. Ордезас, предложение союза. Так, мне бы, конечно, научный, я, кажется, уже с Киром создал. Экономический, ну посылай экономический, то есть ты можешь ко мне посылать. Я ускорю ученым. Караванчики, потому что я хочу с Алексеем бомбарды торговать, в принципе, он ко мне ближе. Ну, если ты распространишь свою религию на меня, так, кстати, у меня еще мало веры, я же за веру строю иниты, я этих рабочих строю и фосилов за веру, поэтому еще не могу к тебе далеко прийти. Господа, уже 11 вечера. Ну мы же до 12 договаривались. Да, давай двигаться. Ну окей. Просто хочется как-то, ну, чтобы меньше людей уже приходило. Ну, в целом, да.
Я просто не уверен, что меня вынесут за час. Я вообще не думаю, что мы сейчас друг друга вынесем, действительно. Лёша даже... А я не про тебя говорил. Ну я понял, что вы там своя. Я боюсь, что как меня, араб меня сейчас вынесет, и чтобы я уже завтра не приходил, собственно. Араб тебя выносит? Ну у него мамлюки, ну блин, Invictus. У него мамлюки, его уникальный юнит. Я знаю. Но у него силы в 4 раза меньше, чем у тебя. Ну это, конечно, такой себе показатель, но все равно. А кто начал войну? Ты или араб? Араб. А почему русский не поможет? Там в сторонке сидит. Он как? Не встретил их даже. Ну, я с арабом в друзьях. Ну так военный союз. Хватит дружбу ему, откажись. Listen. Strange women lying in ponds, distributing swords is no basis for a system of government. Listen, strange women lying in ponds, distributing swords is no basis for a system of government. Так. Раб, ты что это там задумал людей выносить? Красиво. Ну так получилось. А ты, Сергей, вообще не любишь, да, разговаривать, что-то рассказывать? Ну, а что тут рассказывать? Надо было раньше смотреть. Ничего, я отомщу и забуду. Понятно. Я себе пометил. Мстит и забывает. Алексей, держись, Алексей. Держусь. Дать тебе денег? Да, давай. Серьезно? Ну я да, думал, у меня всего 300 монет. Сколько тебе нужно? Все я твои деньги слышу, давай. И квартиру на меня перепиши. Я где-то слышу, что Грузия списывает долги. Я, наверное, монархию приму. Так что Грузия ждет инвестиций. Так. Скидка на улучшение юнитов и где-то тут юнитом кавалерии от средневековья до промышленной эры. Хотя подожди, у меня... А, сейчас у меня будет. На самом деле Россия финансирует войну эту. У меня сейчас будет железо. Я могу рыцарей фигачить. У вас неправильные сведения. Просто Саладин же тоже религиозная нация. Ему нужно вынести соперника. Здесь Летел ты мне дашь ускорено. Потом проход через свою клетку, потому что ты горд у тебя мне проплыв отрезал. Ну, сорян, сами облажались. Ну, кинешь тогда. Обмен. С Киром нельзя мир заключать, потому что будет повод снова с внезапную войну на объявить, и снова он буст получит. Да, ты прав. Загляните на consolewar.ru, а на этом пока все. Продолжение, надеюсь, появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам
понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.